Молодец, Рашид. 3 секунды штраф. Да все бегут. Давай быстрее. Хорошо, диски на место. Литвинов, не портай, пожалуйста, всю игру. На старт. Давид, не тормози. Давид. Я вот это вот как раз и покажу, как у меня 6-й класс занимается. Вернее, супер троица. Я потом директору, что он так вот не может. На старт. Внимание! Ваша команда сейчас проиграет, Ваня! Вы, соответственно, бегите за своих товарищей! Вот, Ваня, теперь скажи, пожалуйста. Давай. Вот скажи теперь, пожалуйста, давай, почему давай. Вместо того, чтобы заниматься, вы развернулись, здесь играться начали. А что ты прячешься? Вик, ну вот скажи. Вот я тебе поставлю и квадратики, и все, что угодно. Ваня. Вот хорошо, что вы знаете, что у вас куча прав, зато не знаете, сколько у вас обязанностей. Вот скажите, какие у вас обязанности, а, девочки? Ой, Егор. Ну, Егор, что ты будешь делать, если я вот это выложу на YouTube? Я имею право. И, пожалуйста, там уже будут разбираться серьезно. Так, пишите что угодно, если вы не умеете себя вести на уроке. Услышал меня, нет? Ну, что ты лежишь? Вот вы вот троица, которые вот уже, мне честное слово, все нервы истрепали. Если выложу, конечно. Благодаря вот этим вот красавцам. Ну, посмотрим. Миллиона будет хорошо. Продай, пожалуйста, если сможешь. Будем из вас делать звезд Ютуба. Только непонятно, с плюсом или с минусом. Сними, сними. Давайте.